Всем привет, дорогие друзья! Ну вот и обзорчик суперкаталога про 2 копейки. Это вторая часть видеообзора нового каталога Максима Загребы. Предыдущее видео, первая часть, можете перейти посмотреть. Также по ссылке там есть плейлисты и каталоги. Вы вообще можете увидеть целую кучу каталогов, какие у меня есть или какие я рекомендую. Все вы можете увидеть у меня в плейлисте каталоги. Каталог – это важная штука, это ценная информация, это очень важно, то есть, потому что, имея монету, ты можешь хотя бы ее приблизительно оценить. Итак, самая редкая монетка обиходная Украины считается 2 копейки 1992 года. А когда-то давным-давно, я еще помню, было известно только один вид такой монеты. Ну, вот такая с маленьким аверсом. Вернее, реверсом с маленьким таким, видите. Вот, это уже появилось, насколько мне известно, немножко позже. Вот. И вот такие они есть. Значит, короче, цена плюс-минус там 45 тысяч гривен. Тут пишут от 20 тысяч. Но я думаю, любой, кому попадет в руки двойка 92-го года, цена сразу будет там 2000 долларов вообще. Никто на шару отдавать такую редкую монету не планирует, это однозначно. Также, видите, есть суррогаты еще. Это вообще отдельная история. Вот. Но все равно в каталоге они есть. И на них есть, видите, цены, как ни крути. Так, дальше. 93-й год по 96-й. Это алюминиевые монетки. Уникальная ситуация в том, что такие монеты, в принципе, шанс есть найти. И я вам хочу сказать, что в UNC состоянии 93-го года 2 копейки, это уже не дешевая монетка. Так, значит, существует, давайте посмотрим, два вида реверса. Значит, в чем отличие? Давайте почитаем. Ягоды калины в форме тупоугольного треугольника, в гроздях 4-5 по 5 ягод калины. То есть 4, да, читаем. 1, 2, 3, 4. Вот, видите, здесь 5 и вот 5, тоже 5. Теперь здесь, что тут пишут? Окно... окно, значит. Окно... Венок большой, шрифт узкий, риски над буквой И приспущено. Так, ну, странное описание, если честно. Я тут вижу другое описание, широкий кант и все, и изображение меньше. Все, что я вижу относительно этого реверса, но это мое личное мнение. Не знаю, что-то там сложно, что там с буквой И приспущено. Если сравнить, ну, короче, не знаю. Вот так вот описали ситуацию, да. Так, цены. Алюминий, значит, в UNC 25 гривен. Ну, я вам честно хочу сказать, я бы в жизни за 25 гривен 2 копейки 93-го года в UNC не продал. Я бы продал гораздо дороже, и мне все равно. Значит, из предложений, которые я нашел, существует одно, стоит 600 гривен, дорогие друзья, на минуточку. Если у вас есть обычное 93-го года в штемпельном блеске, в ярчайшем штемпельном блеске, вот такая двушечка, то у вас по-любому не 25 гривен, поверьте мне. Притом любая, вот еще и разновидности есть. Вот размер изображения маленький, размер изображения большой, видите? Цены одинаковые, но я вам хочу сказать, если у вас в UNC, то, поверьте мне, это уже намного дороже. Дальше, 94-й год, такая же ситуация, алюминий, значит, смотрите, от 1 до 10 гривен, значит, размер изображения маленький, размер изображения больше, видите, то есть, вот, надпись «Украина» доходит до кантов, и надпись «Украина» не доходит до кантов. Цены, значит, если здесь доходит до кантов, то здесь уже, так, где у нас алюминий, вот, аверс от 10 копеек, от 4 до 7,5 тысяч гривен. Вот, если вы найдете 94-й год, 2 копейки с большим изображением трезубца и надписью Украины, то у вас джекпот от 4 до 7 тысяч.
Так, и 96-й год от 600 до 1100 в каталоге. Стоимость не выяснял, но вот так вот описано. Так, есть еще вариант изображения вот с таким реверсом, то есть кант широкий и кант узкий. Значит, кант широкий, алюминий от 3 до 25 гривен, короче. Вот, а здесь от 20 до 45 гривен. То есть изображение маленькое от 20 до 45 гривен, изображение больше от 3 до 25 гривен. 94-й год, изображение маленькое, от 1 до 15 гривен. Но, дорогие друзья, я вам хочу сказать, что алюминиевая монетка 2 копейки с 93-го по 96-й год в штемпельном блеске, это дорогая монета. Их просто ни у кого почти не осталось в штемпельном блеске в ярчайшем. Так что, если у вас есть такая монета, рекомендую либо придержать, либо прям ставить на аукцион с гривной, с надписью, с пометкой обязательно там UNC. И фотографии, и видео даже прикладывайте, чтобы люди видели, что у вас реально в идеальном состоянии монетка. Потому что это крайне редкое явление. Так, что у нас там дальше идет? Суррогаты так называемые. Значит, это реверс, аверс. Вот эти вот все приколы, короче. Ну, в обиходе такое не встретить, это так, посмотреть, что оно было, что это делали. Это делали, прикалывались на заводе. В обиходе это вы не встретите, поэтому такое, ну, как бы, если кто-то будет продавать через там каких-то коллекционеров, где-то что-то на руках всплывет, то вы знаете, что от 5 до 7 тысяч такая игрушка стоит. Но вам найти в копилке такое не светит. Так. 2001 год по 2018 год. Это включая монеты, которые были в годовых наборах. Так, значит, 2001 год. У нас уже пошла... Вот, здесь уже пошли монеты из металла. То были алюминиевые, теперь пошли монеты из металла. Итак, 2001 от 1 до 2 гривен. Ну и все, в принципе, они только вот 2004 год, тираж 70 тысяч, типа чуть поменьше, 70 миллионов, вернее, чуть поменьше, там до 3 гривен оценили. Но в любом случае, по 2 копейкам здесь ситуация простая. То есть они достаточно крепкие сами по себе монеты, они практически не подвержены старению, кроме там на пол упала мега царапина, вот такое вот. То есть, соответственно, данные монеты не представляют особой ценности, они представляют ценности всем наборам. То есть, вот от 2001 до 2012 весь наборчик, он представляет ценность. И все в идеальном состоянии. А по одной они нахер никому не нужны. Это вот я сразу вам вердикт дал по данным монетам. То есть, если у вас есть весь набор в идеальном состоянии, вот такой набор вы можете продать. По одной никто у вас не купит это. Дальше едем. Здесь уже пошли с особенностями монетки, и тут уже поинтереснее ситуация. Значит, монеты улучшенного качества, чеканки для наборов. А, ну это из наборов от 30 до 70, от 200 до 350, такое. Так, и здесь у нас тоже наборы, да, с 11 по 18 год. То есть из наборов, опять же, почему-то странная ситуация пошла. Какого хрена? Тираж 5000 штук, цена от 50 до 80 гривен 2011 года. А вот, блин, от 16 года тираж 10 тысяч штук в два раза больше и от 150 до 200 гривен цена. Очень такой большой знак вопроса вот здесь вот я ставлю. Очень большой. Теперь вы знаете стоимость 2 копеек и что является интересным из 2 копеек. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, переходите по ссылке в каталоге, смотрите еще какие каталоги у меня есть, какие я показываю. Ждем следующей части. Это была часть номер 2, обзор нового каталога, супер крутого каталога. Вот так выглядит данный каталог, потрясающее изделие, вообще всем рекомендую. 30 лет независимости Украины. Смотрите, диаметр идентичный. Подписываемся на канал, ставьте лайки. Всем удачи, пока.